Добрый день, меня зовут Мезенцев Дмитрий. В эфире очередной выпуск программы «Слово эксперту». И в этот раз мы коснемся вопросов, связанных с инженерными системами зданий. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые поступают в нашу организацию от наших заказчиков и потенциальных заказчиков. Итак, начинаем. Вопрос первый. Здравствуйте. Вчера лопнул шланг гибкой подводки горячего крана кухонного стояка. Затопило нас и соседей. На 100% вина ЖЭКа. Видимо, прочищали трубы и резко дали высокое давление. Залило не водой, а коричневой жижей. На шланге есть наклейка со знаком РСТ и гарантией 10 лет. Давление 10 бар. Начальник участка была вчера на месте. Сегодня написали заявление на составление акта затопа. Требуется экспертиза шланга с целью доказательства присутствия гидроудара. Сколько это стоит и вообще реально ли это сделать? Сделать это реально. Различного рода заливы – это типовая проблема жилищного фонда. Соответственно, с такой же регулярностью, как эти заливы происходят, объекты, послужившие причиной залива, попадают к нам на экспертизу. Мы их исследуем, устанавливаем причину. Достаточно стандартный вид экспертизы. Все в большинстве случаев является возможным определить, поэтому можете в данном случае обращаться в нашу организацию, постараемся помочь. Помимо гибких подводок, также мы занимаемся шаровыми кранами, различного рода трубопроводами, разрушение которых произошло, полотенцесушителями, фильтрами и фитингами, и, в общем-то, любыми сантехническими элементами, которые могут являться источником залива помещения. Спасибо за внимание. На сегодня все. Если возникнут еще какие-то вопросы, можете писать в комментариях или обращаться непосредственно к нам по координатам, указанным на сайте.